Под живую музыку, несмотря на ненастную погоду, свои двери распахнул еще один садовый центр. Посетителей ждали призы, розыгрыши сертификатов, выступления народных артистов. Ну и, конечно же, самый сладкий подарок – праздничный торт. Пришли все наши дачники, несмотря на погоду. Замечательная погода, дождь идет – это радость. Спасибо всем за то, что нас поддержали, за то, что к нам пришли. И мы будем долго здесь еще работать. Новый центр открылся в Октябрьском районе Самары. Крайне удачное место, утверждают садоводы. Чтобы пополнить свой инвентарь в преддверии сезона, далеко ездить теперь не придется. Для меня это большая радость. Это очень удобно. Во-первых, здесь огромный микрорайон выстроен, который совершенно без растений. Я думаю, что будет этот центр пользоваться огромным успехом. Саженцы деревьев и кустарников, клубника, рассада, многолетние и однолетние цветы, плодовые, хвойные. Подготовиться к дачному сезону может каждый садовод-огородник. По словам руководства, ассортимент ежедневно будет пополняться новыми растениями. Восхищение, ну, нет предела. Вообще нет предела способности Веры Глуховой открывать эти площадки. Вот она встает в 5 и уезжает в 9, и мы всегда восхищаемся. Садовый центр находится рядом с автовокзалом. Мария Морозова, Александр Королев, Вести, Самара.